Поэтому адовое количество шуток про Оскар и Лео рвет текст. Что за нахуй? Что же будем импровизировать? Поехали! Так, Леонардо Ди Каприо один из самых главных... один из самых, извиняюсь, выдающихся актеров Голливуда, прославившийся еще юношей в мелодраматических ролях Ромео и Джека с Титаника. Ромео и Джека? Что за... Ромео. Чё, блин, наебал. Короче, который вывел далеко за рамки мелодрамы, чем заслужил славу главного секс-символа планеты и практически кино бога.